вновь встают и тебе как песню дарю. Сколько лет тому зданию, в котором 200 зим, воздух невыносим. Темный узкий модный подъезд, заселили воду и крест. Праздновали свадьбы невест, всем миром на дно я слился с тобой. Шаков, ну слушай, что-то мы не расслышали песню, да, может быть, она я еще раз начну, на самом деле. Да. Слушай, вот молодчина, на самом деле, вот так смотришь, да, на человека и думаешь, так, интересно, чем он может заниматься, а раз тебе песенку выдает, неожиданно. Андрей, скажите, а чем вы занимаетесь? Я занимаюсь вокалом. Ну, это само собой разумеется. Ну, помимо этого вы учитесь, работаете? Помимо этого я из-за своей небольшой невнимательности на уроках мне приходится ходить к репетиторам. Серьезно? Угу. Ну, самое главное, какие, какие предметы вы... Английский и русский. Английский и русский? Ой, мы знаем, с кем тебе можно пообщаться в нашей студии. У нас есть человек, у которого, кстати говоря, дополнительные опции. Ну да ладно, у нас такой телемост получился. Андрей Плешаков, исполнитель, да? Тот, что мы узнали. Тот человек, который посещает репетиторов. Ну, я думаю, что было разрешено это сказать. Участник весеннего девичника. Все это будет происходить в кинотеатре «Мечта». И да, наверное, можно перевести уже на наш стол камеру и увидеть здесь сотрудника детского кинотеатра. Мечта Марию Морозову сказать наконец-то доброе утро. И вот здесь уже задавать вопросы, которые касаются вот этого весенний девичник. Да, что, давайте, в общем-то, теперь расскажите нам немного о том вообще, собственно, что можно будет услышать, что увидеть. Можно будет... у нас очень обширный круг различных занятий. Они ориентированы, кстати, не только для девочек, но и для мальчиков. Я думаю, это такие... разноплановые какие-то мастер-классы и так далее. То есть наш праздник начнется с очень интересного мастер-класса по берестяному творчеству. То есть там каждый желающий сможет попробовать себя в этом довольно-таки древнем искусстве, узнать все традиции и создать какой-то свой первый сувенир. Делать подарки, наверное, да, свои. Да, да. Ну, то есть, да, мы будем делать подарки для мам в основном, но либо каждый может поздравить не только маму, но какую-то свою подружку или даже там, сестру и так далее. В 12 часов у нас начнется мастер-класс кулинарный. Он будет посвящен масленичной неделе. Будем готовить блинчики, узнавать историю самого праздника. Ну, в общем, будем наслаждаться. Уже хотелось бы попасть. В 15 часов у нас будет мастер-класс по твистингу. Не каждый знает, что это такое. Это мастер-класс по созданию фигур из надувных шаров. То есть тут мастер покажет... Это твистинг называется? Когда делают? Да. Когда делают пуделей. Это твистинг.
Там будут не только пудели, там будет все, что угодно. То есть мастер подробно расскажет ребятам, что это за занятие, и покажет различные варианты скруток, чтобы каждый унес с собой не только пуделя, но и что-то более интересное. Хорошо. И в 15.30 у нас будет мастер-класс по созданию цветов из гофрированной бумаги. Это как раз-таки самый главный предмет, так скажем, праздника. Тут действительно каждый сможет насладиться. Только от вас можно целый ворох подарков потом отнести. Да, да. Всем хватит. Да, и зачем покупать какие-то цветы? Да, можно своими руками сделать. Подождите, а где же дело бумаги? Будет? Да, ну, творчество, во всяком случае, понятно, что это все проявление, но, тем не менее, вот, например, вокал. А вокал мы будем поздравлять наших зрителей перед каждым сеансом. То есть будут какие-то, помимо мастер-классов, выступления, да, концертная программа? Да, концертная программа. Что ожидается? Ожидается несколько номеров от музыкальной школы «Триоль», и также у нас днем будет показ от модного журнала «Космо Кидс». Они будут презентовать бальное платье. Бальное платье. Давайте еще раз просто назовем. Андрей из музыкальной школы вот этого коллектива. Все, хорошо. Вот этот прогульщик откуда, да? Все понятно, почему он к репетитору ходит. Скажите, давайте еще раз повторим информацию для зрителя вкратце, ну, для того, чтобы запомнить, во сколько как бы начало сеансов. 8 марта, да? Да, 8 марта праздник начнется, программа мастер-классов с 11 до 16 часов. Так. А первый сеанс будет в 9.55, ну и, соответственно, по следующим сеансам также распределится вся концертная программа. Примерно где-то час, да, будет уходить на, или сколько? Нет, ну то есть перед каждым сеансом по одному музыкальному номеру. То есть это будет вот так дозировано. Ну то есть ничего страшного, где-то можно найти информацию? Да, конечно, вся информация у нас на сайте, в группе ВКонтакте, то есть полное расписание всех мероприятий. Спасибо. Так, мы придем. Девишник, кинотеатре «Мечта». И никак не наоборот. Ну, грубо говоря, пробовали мы девишник. Ну ладно, хорошо, все. Девишник. В общем, на 8 марта, друзья, все приходим. Обязательно пробуем своими силами что-то сделать, какие-нибудь подарки. Сергей Дыленко, видимо, сейчас будет петь песню простую. На самом деле информация была очень понятна. Собственно, девишник не означает то, что это только для девушек. Это мероприятие, которое позволит просто очень хорошо провести время. Все это будет 8 марта в кинотеатре «Мечта». Подробную информацию, как сказала Мария, можно найти в социальных сетях. Не проблема. Мария Морозова, сотрудник детского кинотеатра «Мечта», ну и потрясающий исполнитель, который, мне кажется, после сегодняшнего утреннего пения на многое прям способен, потому что, ну, это непросто. Андрей Плешаков, исполнитель, участник весеннего девичника. Ну, вот такое мероприятие, брат. Будем двигаться дальше. Конечно, большое спасибо. Самое время отправляться в парк «Универсиады». Именно там проходят все самые грандиозные также события, помимо того, что мы только что рассказали. И решили мы узнать, а что же там можно узнать, что интересного подчеркнуть для себя и какие, собственно, события уже успели запечатлить наши видеокамеры.